Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress.info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A10. И в этом видеоролике мы вам покажем, как выключить вибрацию в будильнике этого устройства. Для того, чтобы это сделать, нам нужно зайти в настройки будильника. Настройки будильника находятся в приложении, которое называется «Часы». Войти в него можно двумя на этом телефоне способами. Первое — это мы ищем на самом экране приложение «Часы». Часто бывает такое, что люди не могут его найти, оно где-то затерялось, может, они его случайно удалили, то есть иконку удалили с телефона. Поэтому мы также можем, нажав на время на нашем телефоне, вот здесь вот, не туда нажал, на время, мы также попадаем в приложение «Часы», где в нижней части экрана, это важно, обязательно выбираем будильник. После этого мы можем выключить вибрацию любого будильника, который у нас здесь есть. По умолчанию здесь только один будильник, вы можете выключить вибрацию в нем. Можете создать новый будильник без вибрации, или можете выключить вибрацию в каком-то старом будильнике. Давайте сделаем оба варианта. Первый вариант — это мы выключаем вибрацию в старом будильнике. Для этого мы нажимаем на сам будильник. Видим вот такие вот меню. Здесь у нас есть повтор будильника, звук будильника. И самый важный пункт — это вибрация. Во-первых, здесь можно настроить звук вибрации. Здесь есть разные варианты. И, конечно же, мы можем здесь ее совсем выключить. Теперь наш телефон не будет вибрировать во время звонка. Обязательно нажимаем здесь на кнопочку «Сохранить». И теперь у нас будильник будет без вибрации. И если мы будем создавать новые будильники, то нам нужно будет здесь вот каждый раз вибрацию убирать. На этом будем заканчивать. Больше видеороликов про данное устройство ищите у нас на канале. У нас есть разные тесты, тесты камеры, тесты производительности в играх. Так что уверены, вам понравится. Ставьте лайки и всего хорошего. Пока!